Явился. Посмотри, который час. 2:00 ночи. Милый, не преувеличивай. 2:45. Ты мне зубы не заговаривай. Только дыхни. Не могу, я уже выдохся. Да я и так чувствую запах перегара. Это у тебя лампочка перегорела. Я спрашиваю, где ты был? Там меня уже нету. Милый, ты не поверишь. Поверишь? Нет, не поверишь. Меня вызвали в Кремль. Тебя в Кремль? Да. С какой стати? Ты простой сантехник. Ну, правильно. У них в Кремле засорился правительственный аппарат. Я чинил. Так, значит, ты чинил аппарат в Кремле? Да. Тогда почему у тебя на плече рыжий волос? Это Чубайс. Чубайс, он мне инструменты подавал. Что-то на меня смотрит на меня, как будто я неправду говорю. А почему волос такой длинный? А ты когда последний раз Чубайса видела? Видишь, как он оброс? У него такой Чубайс. Так, ясно. А что потом? Суп с котом. Что потом? Сидим мы за столиком. За каким это столиком? Что ты меня путаешь, как путана? Сидим мы столиком. Чубайс. Я ему... Я ему говорю, послушай, Света. Какая Света? Что ты сказала? Я спрашиваю, какая Света? Ну, что ты меня путаешь? Я ему говорю, послушай, Света дай людям. Света дай людям. Людям дай Света. А Светка ни в какую. Так. Так, ладно, так, что было жизнь? Дальше? Что дальше? Дальше подъехал Витёк. Катькин муж? Черномордин. Мурдин. Но он с Украины приехал, мне помочь специально. Он мне официально заявил, официально. И я ему говорю. Ну и что, вы поняли друг друга? Я сделал все, как он сказал. Аппарат заработал. Так. Умный мужик. Ты мне скажи, почему ты такой окосевший? А меня принимал Касьянов. И поэтому ты так напился, да? Я не специально, милая, ты не поверишь. Клянусь перхотью Шандыбина. И скромностью Жириновского. Ты мне скажи, почему ты сразу не поехал домой? Я хочу это знать. А шофер Чубайса сказал, что нас развезет. Он был прав. Нас так развезло. Так, хорошо, ладно. А женщин в вашей компании не было? Ну что за...
Ты за кого меня вообще? Че ты идем без? А почему у тебя на щеках помада? Это хакамада. А почему она тебя целовала? Она не целовала, она меня щупала. Температуру. Я весь горел. Температуру щупает на лбу. Она допрыгнуть не могла. Так, скажи, у тебя с ней ничего не было? Ничего такого, что хотелось бы. Ты же знаешь, я верность блюду. Я блюду. У нас все в Кремле блюдут меня. У нас в Кремле все такие блестящие люди. Ладно. Чё ладно? Понятно. Чё понятно? Почему у тебя из кармана лифчик торчит? С какого? Чё ты говоришь? Ты ерунду. Посмотри, что у тебя торчит из кармана. Милый, ты не поверишь. Это тебе подарок. От кого? От Маньки. От какой Маньки? Кенщицы. От Маньки Кенщицы. Манька Кенщица – это манекен женского рода. Я из Кремля зашел в детский мир. Смотрю, Манька Кенщица. Я сразу подумал о тебе. Думаю, это подарок тебе. Да. В общем, я сунул деньги в кассу. И сразу к тебе. Вот, все. Пришел. Пришел сразу. А почему у тебя синяк под глазом? У меня еще синяк под глазом. Величиной с кулак. Милый, ты не поверишь, я спасал планету. От кого? От пришельцев. Я только вышел оттуда, иду с лифчиком, никого не трогаю. Вдруг врезается в меня летающая тарелка. Оттуда выходят пришельцы, давай меня дубасить. Ну, я им тоже врезал. Получай, рожа ментовская! Они меня в тарелку и на Марс. Ставили на мне опыт. Заставляли в трубку дышать. Дыши им в трубку и дыши. Дышать заставляли. Хватит вопросов, милый, я устал. Чё ты ко мне пристала? Так, у меня к тебе последний вопрос. Можно? Ну, давай, давай. Почему у тебя вместо рубашки женская блузка? Милый, что ты по пустякам цепляешься? Ну, придумай сама, ты же умная. Ну, что ты? Ну, если, скажи, скажи. Если скажу, отстанешь? Говори. Милый, ты не поверишь. Ах! Я должен тебе признаться. Я не такой, как все. Какой это не такой? А, не такой. Это...
извращенец. И давно это у тебя? С тех пор, как на тебе женился. Я сразу полюбил женские вещи, каблучки, колготочки, блузочки. Вот это дурно. А эту блузочку ты где взял? В институте. В каком еще институте? Ты не поверишь, милая, я поступил в институт. С Клифесовского. Проснулся в морге. В одних... Как ты там очутился? Не знаю, пришельцы память стерли. В одних носках, смотрю, холодно. Я кричу, есть тут кто живой? Ни ответа, ни привета. Я говорю, что, поумирали, что ли, все? Люди, смотрю, спят. Пошел в конец коридора, там эти санитары футбол смотрят, орут. Я говорю, ребята, что вы так орете? Вы ж мертвого разбудите. Их как ветром сдуло. Одна санитарочка не могла убежать, а она в обморок упала. Ну, я с нее блузочку снял. Ну, не в одних носках же к тебе идти. Вот. Так, теперь послушай меня, жмурик-извращенец. Сегодня я тебя прощаю, но завтра после работы, чтобы ты быстро, пулей, был дома. Понятно? Ну, это как получится. Что значит, как получится? Меня завтра вызвали в Государственную Думу. Дело в том, что депутатов прорвало. Их срочно надо заткнуть. И поменять им прокладки. Милая, ты не поверишь, на таких, как я, у нас в Кремле земля держится.